шиновика овощевого типа предназначена для уборки моркови, петрушки, столовой свеклы и репчатого лука. Производительность машины до 1 гектара в смену. Уборка редиса производится без предварительной уборки ботвы. В зависимости от условий работы, технологический процесс выполняемой машиной может заканчиваться укладкой корнеплодов в волокна, убранную часть поля, или подаваться выгрузным транспортером в рядом идущий транспорт. Ворох редиса с листом поступает для ручной доработки вязки в пучки или на специальные линии послеуборочной доработки. Уборочной доработки редиса состоит из нескольких агрегатов. Бункер служит для замачивания редиса, частичной очистки его от земли и растительных примесей, а также равномерного распределения редиса на столе вальцевого очистителя. Вальцевой очиститель отделяет от корнеплодов редиса ботву, частично моет корнеплоды и подает их в барабанную мойку. При работе редисоочистителя каждая пара вальцов, благодаря винтовой навивке, перемещает ворох редиса в продольном направлении и, одновременно захватывая ботву при помощи дисковых пресс, отделяет ее от корнеплодов. Ботва, пройдя между вальцами, попадает на скатные доски, а затем на выгрузной элеватор. Корнеплоды редиса подаются на скатный лоток очистителя, а затем в переоборудованную барабанную мойку КМ-2. В это же время поток воды, подаваемый коллектором под давлением на вальцы, смывает остатки ботвы. Барабанная мойка, наполненная водой и на выходе снабженная душем, окончательно освобождает корнеплоды от земли. Установка для калибрования редиса предназначена для калибрования корнеплодов на две фракции – крупную и мелкую, сушки крупной фракции и подачи ее на инспекционный стол. Калибрование редиса осуществляется с помощью пруткового полотна, а его сушка – воздуходувкой. Инспекционный стол обслуживает 3-4 человека, которые отбирают некондиционные корнеплоды из общего потока. Управление линией осуществляется с пульта управления. Линию обслуживает оператор и 7-8 рабочих. Производительность за одну смену составляет 1,2 тонны в час. Универсальная корнеуборочная машина может производить уборку трех рядков столовой свеклы или других мелкосидящих корнеплодов. Производить уборку корнеплодов с полосы шириной 140 см позволяет применение в качестве выкапывающих рабочих органов сферических дисков. Подкопанный ворох свеклы очищается от почвенных примесей на продольном и поперечном прутковых элеваторах и подается выгрузным транспортером в рядом идущий транспорт. Производительность машины 0,33 гектара в час чистой работы.